Чтобы в суде было безопасно, с 1 июня приставы заступают на службу с оружием. Навыки они отработали на стрельбах в рамках учебно-методического сбора в Курске. К нам приехали представители ведомства из ЦФО и Северо-Западного федерального округа, курирующие порядок деятельности судов. Совершенствование теоретических и практических знаний – вот главная цель сборов. Приставы шлифовали мастерство прямо в здании областного суда. У нас будут учебные точки, где мы будем показывать, как осуществляется инструктаж ежедневный, как проводится привод, как совершаются исполнительные действия, как мы препровождаем иностранных граждан. Специальные приемники до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Куряне поставленные планы выполняют. Например, принудительная доставка граждан, которые отказываются добровольно прибыть в суд, на уровне 80%. Это высокий показатель.